А ты знаешь, что битрейт поставь 8000? Поставь битрейт 8000. Чтобы совсем убить все. Нет, я говорю, на минимум поставь ты все. Не, 2500. У меня битрейт, у меня битрейт 8000. Поставь битрейт голосового чата на до минимума. Вот поставь до серьезно? минимум. Да, вот, это пофикс. Все равно у всех интернет на картошке. У меня, наверное, какая нахрен Знаешь, я сейчас только просто раздохну. Морковка! Морковка! Да морковка. Морковка есть? Я запорол дубль. Морковка есть? Because I was AFK. I was AFK. Давид, я понимаю все, но я тоже хочу пойти в KFC. Я не про... Future Son was AFK. That was a joke, shit. What? Готово, мать вашу! Ты скинул данные мне в этот Discord? Сейчас подключим. Сейчас, мои уши, сейчас, я сейчас тебе дам данные своего банка аккаунта, хорошо? Так, okay. Вот твой номер, вот мой номер счета. Вот видите, что это датер. Да. Так. Вот номер счета. А вот нет, мой пин-код. Мой... А, все, га. Номер офшора? Мои шторы? Знаешь, это как... Пал только мои шторы. Да нет, все, качай по браузеру. Хочу больше на фан. Тор? Да. Вы полетели в Асгард. А зачем нам Тор-браузер? А чтобы пользоваться Асгардом, интернетом в Асгарде. Асгард Телеком? Да, Асгард Телеком. Это гениально, господа. Лететь в Асгард, чтобы там пользоваться Асгард Телеком. Использовать Тор-браузер, чтобы использовать Асгард Телеком. Как раз вовремя, как раз вовремя. А я страдаю с ним. Санс! Отлично. Стрим наш. Отлично. О, отлично, так. Я убавил качество текстур, жаль, они не настолько хорошие, но я, короче говоря, тут старался на карты, если честно. Есть. Я вчера весь день над этим страдал. Ну, сейчас у меня FPS от 15 до 30. Макс, обернись. Бум! Но стрим опять завис. Кошмар. Ну, такое может быть. Кошмар. О, все. А что с глазами Тейлза сейчас было? Тейл задумался. О, есть. Запустил трансляцию. Опять. Я их пробую перезагрузить. Матрикс. А-та-та. Чё, попкорн есть, да? Сай, не зависай. Понятно. О, ты будешь. Не, ну я самый гениальный веном на свете. Макс, ты где? Покаж. Ну-ка. Что, у меня опять стрим умер? Чё? Не знаю, он все время перезагружается. Reloading. Реллоудинг. Феникс! Всего лишь? Обжекшн. 4 часа. Так, делаем. Где твой обжекшн? Где ваши доказательства? Макс, ну зайди в туалет. Обжекшн. Кстати, женщин, ты обосрался, потому что у Метасоника голова была пробита через туалет. Ты типа в кабинке спрятался, думал, не найду. Засрань. Several bad puns later. Попкорн не хочешь? Попкорн? Да, я хочу. Там Шрек, короче говоря, испугался, залез аж на эту штуку и смотрит на это все. Ты смотри,
чемоган без подушки. Это, я не знаю, как это. Это капец. То, что я зеркало ломалось на этой карте, это, конечно, не так известно, но чтобы на стол... А, нет, да, ну, а ну, посмотри на меня. Слушай, Ник, это пора танцевать. Макс! У меня нету шуток на эту тему, я их бегу. Там Тейлс умер. Ты сдох. Боже мой! Ты извини. Ты его кушаешь, я понял. Макс! Макс! Что ли вы делаете, господи? Вот кушай, Тейлс! Макс! Макс! Катай, бери, Некит по полю летит. И Давид, что человек рассказывающий. Вы понимаете, что я видел комьюнити доты, я видел все. Я видел Вьетнам, ребят. Макс. Братишка, земля тебе ухал. Вот, понимаешь, человек? Человечек. Я знаю, что сделать. Вы давай пойдем, может, какие-то видосы посмотрим. Да, давай. Произведи. Я не против. Так главное, чтобы они работали. О боже мой! Маленький Веном. Я тебя съем. Какой фьючер маленький, такой милый. Нам. Нам. В смысле? Я понял, люди. Вы понимаете, это интересно. Вы можем посмотреть стрим по поводу 9-летия. Где я стримлю 9-летия? А он не работает, он не работает. Мы, не, мы реально посмотрели, не работает, пожалуйста. Thanks, mate. Макс, тебе норм? Well, congratulations. Я еще твоим сильнее. Боже мой! Ну так и стоп, подожди, Макс, ну-ка. Смотри, как это... Опа! А ну иди сюда, кошара. Шум. Это выглядит. А я с самого начала, короче, запустил стрим и с ним запись. Ну и влоги. Открой дверь, быстро открой дверь. No. Ага, я вас спалил. Ай-яй-яй.
посмотри, человек железо стоит. Подожди, постер, человек железо. А ну потом тебе скажи, ай-яй-яй. И зад, зад. Я кросставчик, я в главных ролях тут был. А ну давай, сделай еще раз вот это и посмотри назад. А ну иди сюда, кошара. Захожу, значит, в туалет, пакет это тут. А вы хотите просто... Искать золотую рыбку в казане у лепрекона. Смотри, смотри, а смотри. В казане у лепрекона. Он тут где-то бегал. Кто это? Коту нужна операция, быстро вызывайте ветеринара. Кот рожает. Да ты вот кот рожает. Кот подается в казане у лепрекона. Знаете, попкорн. Он так такой сидит и смотрит. В смысле? У тебя коленки куда-то улетели. Дай посмотрю. Нормально. О-о-о-о-о! Нет. Excellent. Он не заметил этого. Ну, кстати, бегайте, бегайте, так весело творится стелзом. Да, с глазами. Кем? Кем бы, чем это? Что вы? Я заметил, это у него глаза нормальные? А зачем ты убираешь, Давид? Так.